готова ли ты для хорошего парня удалить инсту? Что надо делать парню, чтобы довести тебя до оргазма быстрее всего? Я сегодня рассталась с парнем. Обалдеть. Твои любимые позы какие? Предложил сесть на лицо. А что ты чувствуешь, когда сидишь у парня на лице? Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Привет. Привет. Какие парни тебя привлекают? Харизматичные, с чувством юмора. Окей. А если он меньше тебя, будешь ли ты с ним комфортно себя чувствовать? Нет. Зачем девушкам парни выше их? Каблуки красиво смотрятся. Окей. Самое большое твое разочарование в жизни с парнями? Разочарование? Измены, скорее всего. Он тебе изменял? Да. Были у тебя серьезные отношения? Да. Сколько вместе были? 5 лет. 5 лет. Чем расстались? Изменил, узнала, не признался. А как узнала? Чекала ты или... Через друзей его. Проверяла ли ты у него телефон? Проверяла. А он у тебя? Нет. Это норм проверять телефон у парня? Проверяла телефон уже, когда начала что-то подозревать. А так, вообще, мне кажется, это не норм, но просто все равно, говорят, девушки чувствуют. Как часто ты ходишь без белья? Летом часто. Окей, это норм, да? Это удобно. Часто ли обращаешь внимание, что мужики глазеют? Здесь частенько, у нас в городе нет такого. Что ты чувствуешь, когда видишь, когда мужик глазеет на тебя? Смотря какой мужик. На улице. Если симпатичный, то прикольно. А если какой-нибудь там, какой-нибудь так себе, то какое-то отвращение может быть. Возбуждаешься ли ты на улице? Нет. А соски встают? Или это не возбуждение? Не знаю. Не обращал внимания. Окей. А что бы сказали бабушки про тебя у твоего подъезда? Сказали бы, что я милая девочка. Сколько было у тебя парней в сексуальном плане за всю жизнь? 4. 4? Ты их считаешь? Просто их не посчитать. Какой был самый неудачный из них? Самый первый. Самый первый? Да. Первый секс помнишь? Помню. Это кринж? Нет, наверное, нет. Что бы ты посоветовала девушке-девственнице? У нее сегодня первый раз будет. Не париться. Не париться. Напиться. Да. Слегка можно выпить. Секс на трезвую и секс по пьяни отличаются по ощущениям? Если да, то в какую сторону? По пьяни чувствуешь себя более раскрепощенно. А какой тебе больше нравится? На трезвую, наверное. На трезвую, хотя без разницы, смотря какой партнер. Что ты ждешь от мужчин? От мужчин жду заботу. Зачем тебе мужчина? Для жизни, чтобы смеяться как-то вместе, подшучивать друг на другом, время вместе проводить. Чтобы кайфовать вместе, короче. Да, да. Готова ли ты для хорошего парня удалить инсту? Если муж скажет, удаляй инсту при мне. Нет. Не удалишь? Нет. А это у тебя есть Инстаграм? Хуёвый муж. Есть Инстаграм? Есть. Часто сидишь в инсте? Часто. Окей, сколько ты уже свободна? Один день. Один день свободна? Я сегодня рассталась с парнем. Обалдеть. Но это не с мужем? Нет, это после мужа. Мутки были? Да. Он был другом для секса? Скорее, да. Почему он был другом для секса? Но он планировался как будто просто друг, потом как-то закрутилось, но серьезности не вышло. Что не мой человек. Что надо делать просто другу, чтобы быть другом для секса? Нет, не просто друг. Он был просто друг, а потом закрутилось. Нет, он как будто просто сначала общались, потом закрутилось, а потом я начала осознавать, что он просто как будто бы для секса и все. Ребята, дама только из отношений выскочила. Мы соцсети девушки попросим, в описании оставим. Первая ссылочка, инста, ВК, телега. Что-нибудь дама даст обязательно, приглашайте на свидание. Куда тебя приглашать на свидание? Меня. В парке погулять, окей?
Окей. Крабовый ресторан, окей. Первое свидание. Без разницы. У нас просто крабовый ресторан за нами. Ребят, ссылочка в описании, залетайте. По подписке «Жулик» доступны все дамы на Бусти со всех интервью. Тем самым вы поддерживаете канал на плаву. Сейчас монетизации нету. Единственное, что нас поддерживает, это ваши донаты и подписочки на Бусти. А вам, дама, свободная, красивая, а можно вас полный рост посмотреть? Куда? Развернуться? У тебя такое платьечко, хвастайся. Бля, кайф. Сколько платье стоит? 6 тысяч. На ВБ покупала? Нет. Короче, забираете, приглашаете на свидание. Надеюсь, дама всем в инст ответит. Сколько ты тратишь в месяц? Тысяч 50, наверное. Тысяч 50? А если тебе парень скажет, вот тебе 50, будь моей женой, окей? Но дело же не в деньгах. Детей хочешь рожать? Конечно. О, найс. Когда последний раз сидела на лице? На прошлой неделе. Кто? У кого? А, у этого друга? Да. И что, бородатое классно. Лицо было? Нет. На каком лице лучше сидеть? Бородатое, усатое, либо гладко выбритое? Не было усатого, и не... с щетиной было, но не очень приятно. А что ты чувствуешь, когда сидишь у парня на лице? Удовольствие. Власть. Власть, ну, может быть, в какой-то степени. А что, когда, где больше чувствуешь власть, когда на лице сидишь или когда минет делаешь? А вот не знаю, спорный где вопрос. Где власти больше? Ну, я слышал, дамы, когда минет делают, они власть чувствуют. Ну, тоже, да, есть такое. Могла бы парня укусить за член? Могла бы. Ребята, опасно. Давай переиграем, говори, не могла бы, а то в инсту тебе не напишет никто. Меньше переходов будет. Ребят, дама шутит. Что ты чувствуешь, когда первый раз занимаешься сексом с новым парнем? Чувствую, какая между нами связь, ощущаю. Считается, что первый секс за секс не считается. Как это? Или окей? Да, в моем случае, подружка, да. Подружка начала говорить. Да, да. Ну, типа кринж какой-то. Да, первый не считается, да, можно так сказать. Если первый раз занимаетесь сексом, какую лучше позу выбрать? Чтобы меньше кринжа было. Да, мне кажется, несколько нужно. Несколько пробовать раз? Да. Окей, твои любимые позы какие? А, название не знаю. Когда девушка лежит, а мужчина сзади. А, ну короче, доги стайл. Ну, типа. А сверху? Не очень. Любишь, чтобы мужчина доминировал? Да. Окей. Ребятушки, подписывайтесь на канал, прямые трансляции каждый вечер проходят. Переходите за даму, забирайте. Первая ссылочка в описании, дама будет. Приглашайте на свидание, дама только с пылу с жару. Свободная, одинокая. Какого парня хочешь? Какого парня хочу? Красивого хочу. Красивого? Красивого. Красивый или богатый? Ну нет, здесь скорее харизматичный. Больше даже так. Харизматичный или богатый? Харизматичный. Но бедный? Ну, достаточно обеспеченный. Не прям богатый, не обязательно. Окей. А что пожелаешь парням? Парням, любите своих девушек. Чем парень тебя удивлял в сексе? Предложил сесть на лицо. И что, это ты удивилась, ну, но села? Да. И кайфанула? Кайфанула. Оргазм получаешь? Да. От чего? Что надо делать парню, чтобы довести тебя до оргазма быстрее всего? Ну что-то я стесняюсь так отвечать. Ребят, дама застеснялась. Ладно, будем отпускать даму. В любом случае, даме спасибо за искренность. Она очень хорошо отвечала нам на вопросы. Поставьте лайк, напишите ваши комментарии. Дама почитает, ей приятно будет. Можно вас вот так еще раз? Очень красивое платье. Ребят, лето, булочка, конечно. Это все лето, ребята. Это все лето. Прикиньте, дама была бы в каком-то сером этом балахоне. А так красота какая. Ребят, спасибо. Ныряйте в описание, первая ссылочка, там девушка вас ждет. На свидание. Хочешь на свидание? Любишь ходить на свидание? Да. Все, пока-пока.
Пока.